Сегодня в помещении культурно-делового центра Харьковского канатного завода проводится всеукраинский турнир в памяти Максима Григорьевича Поваровского. Максим был одним из лучших тренеров Харьковской области по рукопашному бою и смешанным единоборствам. Пропагандировал здоровый образ жизни, развивал спорт, был примером для подражания у молодежи, у детей, у родителей. Мы, друзья его, коллеги, соратники, продолжаем его дело. И сегодня этот турнир еще раз доказывает и показывает, что харьковский спорт, харьковские спортсмены помнят Максима и продолжают его дело. Как всегда, Харьков побеждает. Этот турнир будет традиционным, всеукраинским и приобретет ранг не просто турнира, а фестиваля единоборств. На этом фестивале будет проводиться соревнование по смешанным единоборствам ММА, по боевому самбо и по боевому джиу-джитсу. Дело в том, что сегодня у нас проходит действительно праздник. Праздник – это турнир, который посвящен памяти Макса Поваровского, и он, можно сказать, удался. Это второй турнир, такая серия у нас уже получается. Следующий год – это фестиваль, который планируется. Как всегда, собирает большое количество людей, порядка 200 человек из 10 регионов. И дело в том, что Максим был мотиватором. И в очередной раз мы это видим, и та мотивация, те вот эти вот глаза блестящие детей, это видно и на соревнованиях, это очень приятно. И фразы, которыми Макс подзадоривал детей, они даже здесь слышны, да, это очень здорово. Поэтому любые спортивные мероприятия, любые мероприятия, где создается благоприятная вот такая атмосфера, это всегда очень здорово. И мы сегодня вспоминали, да, я сегодня говорил о том, что Макса фразы «слабакам привет», «силачам респект», это тоже очень здорово. Действительно, люди, которые занимаются спортом, это очень здорово. Сегодня мы об этом говорили, еще раз поздравляю всех с таким праздником, который сегодня прошел. Ну и ждем следующего года фестиваля уже. Сегодня мы проводим уже второй турнир в памяти нашего друга Максима Поваровски. Это говорит о том, что, как мы обещали, турнир будет стабильным, турнир будет проходить ежегодно, и каждый год география этого турнира и количество участников, мы надеемся, будем расти. Этим турниром мы показываем то, что мы помним нашего друга, то, что спортивная дружба – это действительно не пустые слова, и вообще, в принципе, занятия спортом для мужчины – это огромный плюс и для деток. Сегодня мы очень много детей видим, есть ученики Макса. Это огромный старт, старт во взрослую жизнь. Вот. Наша компания Gladiators Promotion в моем лице, как президента, обещает постоянно делать эти турниры. И следующий турнир мы будем проводить в городе Комсомольске. Также по деткам даем возможность молодым спортсменам заявить о себе, ну и проложить себе дорогу как профессиональному спортсмену.